этом году были некоторые изменения в БДД. Вот. И сейчас разрешено поворачивать налево, соответственно, показав соответствующий знак рукой. Мы решили включить в сегодняшний маршрут такой очень такой сложный элемент, который все-таки приходится, да, выполнять, это повороты налево. Нельзя забывать, что это выполнять можно только на дорогах, где не более одной полосы движения в одну сторону. В городе это практически все такие дороги, за исключением каких-то центральных, таких как Ленина, Воровского, Московская, которая уже идет туда за площадью, которая продолжается. И не надо думать, что если там машины идут две полосы, что там обязательно двухполосная дорога. Скорее всего, они просто втиснулись. Правила дорожного движения не дают полного конкретного понимания, как именно нужно ехать. Где-то на интуиции, порой где-то и случаются и инциденты. Именно прояснить для себя эти моменты. Особенности проезда в данный момент, по данным правилам, по городу. Как бы не нарушая, да и не создавая проблем ни себе, ни окружающим. Какие сегодня будут вольности у нас? Мы будем двигаться, можно поболтать с кем, ну, друг с другом, двигаться параллельно. Как видите, при движении вдвоем уже возникают вот такие вот моменты, даже в парковой зоне. Нужно в первую очередь тем людям, которые приезжают, и мы видим, что каждый раз становится по чуть-чуть, но больше. То есть мы пока учим людей просто правильно двигаться в городе, никому не мешать. Вот. Соответственно, все экстремальные элементы, то есть заезды на бордюры, можно так назвать, прыжки, бани-хоп, съезды с пандусов, это препятствия, которые просто встречаются нам на маршруте. Вот. Для того, чтобы люди могли их проезжать грамотно, технично и безопасно, мы их преподаем именно в рамках белой школы. Положительный эффект есть, как бы, понимание, скажем, того же проезда перекрестков есть, как бы. Тут опыт, и не сколько ПД, сколько коллективный разум вырабатывает способ проезда. Да, и опять же, и общение, и знакомство. Пока у нас приезжают, по большей части, взрослые, то есть те, кому за 20, наверное, все-таки больше. Дети тоже есть, но их пока меньшинство. Хотелось бы больше их привлекать, но по этому поводу у нас есть планы на будущий учебный год, то есть сотрудничать со школами и проводить уже совместно с ними такие вот подобные мероприятия.